последнее время прям приходит с запросом, связанный с психосоматикой. По диагнозу понимаешь, как мыслит человек. И потом диагноз переводишь на язык психологии, образа жизни и мыслительного процесса. Кто-то готов к этому, кто-то нет. Но понимают, как они запустили в себе вот этот вот психосоматический процесс, который привел их к тому или иному диагнозу. И осознание — это очень круто, когда они осознают и понимают, что им нужно менять в своей жизни, что нужно внедрять в свою жизнь, что тренировать в себе —